Когда начинать? Работаем. Все, добрый день. Компания Wimzap, филиал Долгопрудный. Сегодня расскажем, что у нас происходит в цеху ежедневно. Это наша парковка, внутренний дворик. Здесь находятся автомобили как готовые, так ожидающие ремонта, либо автомобили, которые ждем запчасти. Один вот из представителей Kia Carnival. Автомобиль уже, в принципе, готов. Здесь был произведен капремонт двигателя. Причиной капремонта послужил перегрев двигателя. Прихватило поршень 4-го цилиндра. Случилось это вследствие того, что пакет радиатора был забит. То есть охлаждение было недостаточным. Раз. И при дефектовке двигателя также выяснилось, что масляная форсунка на 4-й цилиндр, носик был направлен не на юбку поршня, а в сторону. То есть достаточно охлаждения поршней и цилиндров также не было. Ну, вследствие чего, как повторюсь, капремонт. По-другому никак это невозможно было решить. Поэтому рекомендуем следить за радиаторами и своевременно их мыть, чтобы не попадать, скажем так, на большие деньги. То есть проще периодически обслуживать радиаторы, чем довольно часто ремонтировать двигатели. Да, ну, конечно, своевременное обслуживание приводит к долгосрочной службе автомобиля и агрегатов. Понятно, если не обслуживать, экономим на обслуживание, далее тратимся на капитальном ремонте затраток. Так, здесь у нас Porter 2, здесь мы меняем сальник полуоси. При разборе также увидели течь тормозного цилиндра, будем согласовывать. Трубки, которые подходят тормозному цилиндру, как всегда, в ужасном состоянии, глубокая коррозия. Вероятнее всего, они сломаются при разборе. Постараемся, конечно, сохранить, погреем. Но все же вероятность того, что не сломается, велика. Плюс еще здесь вопросы есть по электрике. Не работает ряд лампочек. Перетерта коса на задние фонари. Ну, коса электропроводки. Будем восстанавливать. Grand Starex. Клиент прибыл с жалобой на посторонний звук с двигателя, стуки, которого беспокоят давно. Плюс у него перестала работать магнитола, и после этого он услышал эти звуки. После диагностики было принято решение вскрыть крышку верхней цепи газораспределительного механизма. При вскрытии увидели сильно растянутую цепь. Хотя цепи менялись не так давно, говорит, проехал порядка 30 тысяч. Меняем здесь цепь, ставим новый натяжитель. Запускаем мотор, проверяем. Ну, в принципе, думаю, этим все и закончится. Далее. Kia Ceed. Автомобиль у нас прибыл он на эвакуаторе с сорванной шпонкой коленвала. Свечи были сняты, двигатель клинил в определенных положениях. Со слов клиента все это произошло после того, как он обратился в какой-то сервис. Там сказали, что необходимо менять муфты фазовращателей. Ребята поменяли муфты, молодцы, но помимо муфт они распредвалы также поменяли местами. Впускной распредвал поставили на выпуск, а выпускной на впуск. Вследствие чего у нас при вращении коленвала поршня впирались в клапана 4-го цилиндра. Вот. Ну и все. У ребят был ступор, в чем дело, не понимали. Ну и они решили снять шпонку, да? Нет, ну, возможно, шпонку и оборвало в момент, когда клапана встретились с поршнями. Компрессию мы здесь померили, компрессия в цилиндрах, на удивление, сохранилась, что говорит о том, что клапана остались целые. Естественно, распредвалы мы поменяли местами, установили как положено. Шпонку с коленвала мы высверлили, установили новую. Сейчас идет процесс сборки, далее запускаем мотор, проверяем. Ну, думаю, победим. Победим. Ну, не думаю, а уверен даже, да. Да, здесь уголок Анвара Анварыча. Есть у нас всегда местечко. Это Александр Петрович. Ладно. Тот самый Петрович, что держит сеть магазинов с одноименным... Андрю! Так, опять же, все тот же яркий представитель коммерческого транспорта Porter 2.
прибыл с проблемой, что периодически мощность просто пропадает, автомобиль глохнет, потом снова запускается, едет, вел себя неадекватно. В результате диагностики выявили неисправность разъемов на разъемов датчика коленвала. Разъемы мы эти восстановили, отремонтировали. Сейчас автомобиль запускается прекрасно, едет, провала мощности нету. В общем, ну а в целом, в остальном автомобиль ухожен, обслуживается у нас давно. Так, это Kia Sorento. Прибыла к нам на плановое прохождение техобслуживания. Человек тоже давно у нас обслуживается, все моменты знает, своевременно выполняет наши рекомендации. В общем, катается, наслаждается автомобилем и жизнью. А вот еще такой же Sorento, в принципе, клиент к нам обратился впервые. Ранее неизвестно, как он обслуживался, что и привело к достаточно печальным последствиям. Много нареканий по ходовой части, это отслоение, разрывы сайлентблоков, закисли болты, скот развальные. Тоже, кстати, скажем так, болячка, да, криво так скажем, болячка на автомобилях с многорычажной задней подвеской. Болты закисают в сайлентблоках, и далее это решается только вопросом вырезать эти болты заменой сайлентблоков. Но если, скажем, раз в год производить обслуживание этих болтов, то есть достали скотразвальные болты, почистили, смазали, вставили обратно, с этой проблемой вы никогда не столкнетесь. Болты всегда открутятся, и что сбережет ваши финансы. Здесь человек прибыл с жалобой ошибки, периодически пропадает мощность, подергивается, по диагностике выявили неисправность муфты фазовращателя, впуск будет рекомендована замена. Также вихревые заслонки в коллекторе впускном дребезг идет от них. Ну, соответственно, будем предлагать заменить этот коллектор, чтобы избавиться от этого звука. Сейчас ждем, когда двигатель остынет, еще проверим состояние стенок цилиндров. Пробег уже на автомобиле 250 тысяч. Судя по внешнему виду, клиент, хозяин автомобиля, ну, не сильно его любит. Обслуживание своевременно не производил. Как видно и по кузову, и по двигателю. Но в этом мы ему поможем. Grand Starex прибыл у нас, он уже давно к нам прибыл, где-то неделю назад, с неисправностью двигателя, низкое было давление, грохот двигателя. В принципе, мы уже его отремонтировали. Двигатель установлен, запустили, прогреваем, делаем контрольный замер давления и будем отдавать хозяину уже исправный автомобиль. Так, следующий представитель Kia Currents. Автомобиль также прибыл на диагностику, опять же, прибыл впервые. Произвели диагностику ходовой, много нареканий там было. Опять же, проблемы были с болтами. Болты были закисшие, пришлось выпиливать эти. Все потому, что никогда обслуживание их не производилось. Сзади также вопрос решаем суппортом. Он тек, перебираем. По мотору меняем комплект ГРМ, помпу, понятно, масло, фильтр. В общем, большое комплексное обслуживание. Соответственно, после нашего вмешательства, думаю, уже человек поездит несколько лет без особых проблем и вложений. Здесь находится наша реанимация. Здесь мы реанимируем сердце автомобиля. Они же ДВС, двигатели. Вот наши пациенты, клиенты, да, видите, отбоя от них нету. Постоянно у них какие-то проблемы. То с головой, то с самим блоком. Это реаниматолог, да, да. Вот, собственно говоря, и занимается подготовкой гильз. Вот, подготавливают гильзы, уже их обработал до нужных размеров. Ну, да, изготовили их из болванки, потому что приобрести такие гильзы не было возможности. Их просто нету в продаже. Все, сюда больные попадают, здоровые выходят. Все, обращайтесь, если же вы находитесь на севере Москвы, да даже если и на юге. Мы готовы принять всех и всем помочь. До новых встреч.